Валерий Константинович, добрый день. Вот приехали персики, которые Юлия Сергеевна отправила. Такие жирные корни. Я их сейчас на секунду размотал из тряпки. Сейчас уберу обратно. Уже 5 штук у меня забрали. У меня много, 10. Даже она 12 положила, потому что там, говорит, парочку не очень хорошая. То есть с добавкой. Вот. Уже 5 штук забрали. Ну, я как забрали, я по той же цене их отдаю. Сейчас буду высаживать. Вот у нас уже холодно стало. Так, это. Листья опали все уже. Завтра минус 4, обещают. Сейчас буду высаживать. И жимолость, кстати, пришла тоже. Жимолость. Сейчас покажу. Развязывать уж не буду. Тоже хорошие такие кустики. Все, посажу сейчас. Вот, спасибо большое. Вам спасибо большое, Юлия Сергеевна.